Российская сборная по футболу сделала еще один шаг к завоеванию путевки в финальную часть чемпионата Европы. В выездном матче против команды Молдавии наши выиграли со счетом 2-1, одержав третью победу подряд. Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала во время розыгрыша штрафного отличился защитник Сергей Игнашевич. Второй гол на счету нападающего Артема Дзюбы. За 5 минут до окончания основного времени молдаване отыграли один мяч, но нашим удалось удержать победный счет. Теперь российской сборной осталось сыграть дома с Черногорией. Чтобы выйти из группы со второго места и попасть на Евро-2016 напрямую, достаточно ничьей. Решающий матч нашей сборной будет в прямом эфире транслировать Первый канал. Итак, понедельник, 12 октября, Россия-Черногория, начало 19 часов.